You don't love me, you don't love me, and I know you don't love me, but I love you, I love you, but you don't love me. You don't love me, I know you don't love me. You don't love me, I know. I know you don't love me. I know. Я не умею играть, не умею петь. Это видео, позорящее меня. Я специально это делаю, чтобы унизить свою социальную личность, чтобы вы смеялись надо мной, использовали это как компромат против меня, потому что я ничтожен, не умеющий играть на гитаре, не умеющий петь, но я буду пытаться это делать. В этом вся суть. В этом-то весь смех. В этом-то вся, весь кринж. Потому что я не умею, но я пытаюсь что-то. Я еще выгляжу странно, да? Да. Я играю на стрёмной гитаре, которую купил недорого очень. Сейчас будет, наверное, шум огромнейший. Сделай потише, шума не было такого. О, опять не играет. Пожалуйста, не трещи. Да, это угар. Это кринж. Thank you.
начнем песню. В кавычках песню. I love you.
просто идем с тобой вместе вдвоем. Держимся за руки, в руках у нас по чашечке, по стаканчику кофе или сок. Мы приняли Ксанакс, мы по рецепту врача. Мы с тобой не просто друзья, мы с тобой любим друг друга по ночам. Снова рисовать в этом сером городе, где грязные стены, полу обвалившиеся дома, и это считается нормальным для всех, а наши пейзажи уничтожаются. Когда-нибудь это изменится, но когда, по крайней мере, ты есть у меня. Ты есть у меня, ты есть у меня. Хотя бы я не умру в одиночестве, хотя бы я не умру в одиночестве, хотя бы. Да я буду слепым, да я буду постоянно болеть позвоночником. Он будет весь разрушен, но ты будешь рядом. Ты будешь рядом. Может быть, я умру, как Антонио Гауди. Меня примут за бродягу, и две недели не смогут даже опознать. Хотя он был в свое время популярен, а потом он умер в нищете, в отличие от Хундертвассера. Задумайся об этом. Я ничего не могу изменить. Я ничего не могу изменить. Я рисую, как могу. Я один, у меня тревога, социофобия, тревога. Я борюсь с этим очень долго. Пожалуйста, помоги. Please help me. Когда-нибудь я буду рисовать каждый день с ночи до утра и с утра до ночи на специальных плитках, приготовленных для меня, на специальной шпаклевке, приготовленной для меня. Пейзажами руками я буду растирать каждый день, с утра до вечера рисовать, писать море и пляжи, венецианские лодки. И моя мама получит с этого столько денег, что поедет, полетит в Венецию и будет жить там до конца. Жить в счастье на Венеции. А я буду рисовать солнце, радугу и небо, и птиц свободных, и здания, которые будто бы полетят, как птицы плавно в воздух. Мягкие здания светлыми пейзажами, светлые пейзажи. И это будет чудо света, а не город серой унылости, в котором я родился.
который считают красивым закостенелые преподаватели, которые выгнали меня, вышвырнули из училища с огромной агрессией, сказав: «Тебе никогда не стать художником! Он просто занимает место с налогов и взятки берет. Он просто занял свое место, свою задницу пристроил. И все, ты чертов ежов из училища Суриковского Красноярского в Красноярске. Чертов ты ежов, я буду художником, я стану великим художником. Ты можешь не верить в меня, мне все равно, как и тебе на меня. Ты получаешь взятки, ты получаешь взятки каждый день. Ежов, хорошо, что я оттуда отчислен. Я стал никем, ты меня чуть не убил. Знаешь, отчисление — это серьезный удар по психике ранимой художника. И я чуть не умер, голодая больше 20 дней. Но потом я прекратил самоуничтожение. Просто я мечтаю сделать город чудом света. Просто я мечтаю сделать из серого города красивые дома, как будто я целую тебя. Твои ноги — это тротуары, твое тело и грудь — это дома, твоя шея — это крыши, твоя голова — это небо. И мы сделаем этот город чудом света, как я делаю тебя всю расцелованную в засосах. Они думают, что это с тобой, а ты скажи им: это маньяк, это маньяк, психопат. Потому что они не поймут, что может быть. Потому что они не поймут, что может быть так красиво, что город может быть так красив. Они не поймут, что можно так целовать свою любимую так сильно, и ей это нравится. Они не поймут, они никогда не поймут, потому что они не любят так, как я. Может быть, я просто сумасшедший, да. Ладно. Вырублю, чтобы не шумело ужасно. Это была моя мечта, my dream, которую я реализую и получил. Столько проблем из-за этого. Не буду жаловаться на жизнь. Снимает вообще? Да, снимает. Если кто-то может помочь мне реализовать мою мечту, я прошу тебя, услышь меня. Вот полиция за то, что я нарисовал пейзажик. Помоги, пожалуйста, help me. Я просто мечтаю рисовать по наитию. Да. Да, сейчас спущусь, сумку подашь.
А сама отправишься в кулинарию. Давай. Сумку я буду сейчас носить, как всегда. Сумки я ношу всегда. Я корзинка, я грузчик, я шаурмечный. Максимум моя должность — это продажа вафель в Баба Вафл или дворником, или грузчиком. Они где меня кидают. Мои картины никому не нужны. Прошу тебя, просто услышь меня. Я так одинок. Все, я пошел.